Я знаю, что мне повезет. Эту замечательную фразу телезрители Самара ГИС повторяют вот уже вторую неделю в надежде на то, что действительно повезет. В надежде на то, что вот она улыбнется удачей, какие-нибудь замечательные билеты или пригласительные, или сертификаты достанутся именно вам. Два дня мы вас томили, выходные прошли, надеюсь, быстро, весело и интересно. И вот он, долгожданный розыгрыш. Напоминаю, друзья, что сейчас вы видите на своих экранах адрес группы ВКонтакте телеканала «Самара ГИС». Каждый будний день в 9 вечера там появляется новая запись, объявление о наших розыгрышах. Ищите, вступайте в группу, делайте репосты себе на стену и оставляйте в комментариях свой порядковый номер. Ох, какие баталии идут среди наших зрителей за каждый комментарий. А ведь у нас принцип лото, поэтому бочонков у нас в мешочке всего лишь 90. И только 90 счастливчиков могут ощутить на себе ту самую силу, когда наши замечательный гость что-то вытаскивает, и вот она, удача улыбается именно вам. Кто же сегодня будет отвечать за правильность вытащенных бочонков, ну, фактически за вашу судьбу? Давайте узнаем. Это Алина Чемерес, ведущая программу «Сыскное дело». Алина, добрый вечер. Юля, здравствуй. Здравствуйте, дорогие телезрители. Сегодня с вами сыграем, определим победителя. Алина, ну ты вот как ведущая программу «Сыскное дело» сегодня обещаешь нам честно и беспристрастно, да, в хорошем смысле этого слова, отыскать победителя. Да, сегодня я буду серьезно, как никогда, очень ответственно подойду к делу. Да ну нет, все давай не будем серьезными. Не будем серьезными, тем более у нас замечательные пригласительные такие разыгрываются. Ретро-шоу «Мы из СССР». Лучшие вокально-инструментальные ансамбли, среди которых песнеры, самоцветы и многие-многие другие вас ждут. Я думаю, что сейчас самое время тасовать мешочек. Алина, давай, мы в тебя верим. 90 человек как минимум сейчас замерли в ожидании первого номера. Итак, это цифры... Цифра 16, друзья. 16! Поздравляем нашего победителя, это очень здорово. Вы молодцы, что принимаете участие в нашем розыгрыше. Итак, еще один комплект билетов. Вот, чтобы все честно, держу уже в двух руках. Алина, давай еще один номер. Следующий. Вынимай, да. Отыскиваем, ищем нашего победителя. Стоите дыхание. Опа, 55. Хороший номер, по-моему. Ух ты, чудесный. Номер 55. И кто же это сейчас вы видите на экране нашего победителя? Ну и, так говорится... Третий комплект, чтобы все по-честному, вы видите сейчас в моих руках. Алина, ну давай, нашего следующего победителя. Кому же повезет на этот раз? Сейчас. Сейчас и выясним. 69. Номер 69, отлично. Прошу тогда тебя сейчас повторить наши выигрышные номера, чтобы наши зрители, кто пропустил, может быть, узнали себя в этих числах. Ну и так, первый номер у нас 16. Второй победитель, номер 55. И третий победитель номер 69. Отлично. Спасибо тебе, Алина. Я надеюсь, твоя легкая рука кому-то принесла сегодня максимум позитивных эмоций, удовольствия. Но я расскажу, что у нас здесь вот такой сертификат в кофейню на 1000 рублей и 2 пригласительных билетика в кино. Держу в руках. Я надеюсь, что вам повезет. Заходите в нашу группу, ищите там счастье, обретайте новых друзей и не забывайте подписываться на наши ресурсы в наших социальных сетях. Всем спасибо. Я знаю, что вам повезет. We'll be right back.